Банда, всем привет! Сейчас я сделаю обзор того, как вывести денежку с проекта Snaps, какие кошельки нам потребуются, и как быстро происходят выплаты, и что для того, чтобы вывести, нам надо. Для начала мы заходим вот где токен Snaps, видно токен Binance, BNB и энергия. Нажимаем справа в верхнем углу. Вот мы видим наш кошелек. Дальше нажимаем награды. Что мы тут делаем? Видим доступные награды, видим заблокированные награды. Нажимаем Claim, Max. Ждем авторизацию. Успешная транзакция, все отлично. Переходим обратно в кошелек. И тут нам сейчас в данный момент понадобится MetaMask. Для этого специально для вас я сделаю полностью с нуля новый аккаунт MetaMask и покажу, что и как надо сделать. Аккаунт 5, создать новый счет. Смотрите, вы когда проходите MetaMask, запоминаем сид-фразу. Вот я, к примеру, создаю новый счет. Аккаунт 10. Перехожу. У меня на самом верху надпись BNB Smart Chain. У вас автоматом может быть сеть Ethereum Main Network. Переключаем на BNB Smart Chain. Дальше мы импортируем токен. Токен Snaps. Как это сделать? Переходим в Telegram. Там видим мою ссылочку с описанием проекта. И здесь указан адрес контракта монеты. Мы это копируем адрес. Скопировать. Переходим в пользовательский токен. И вставляем этот адрес. Остальные две строки нижние заполнится автоматически. Дальше просто нажимаем импорт. После того, как мы импортировали токен Snaps, нам нужны на кошельке BNB. Мы их пополняем. Кто не умеет пополнять BNB, все просто. Я пользуюсь Binance. Захожу в Binance. Включаю режим Lite. И в лайт-режиме просто конвертирую, к примеру, с USDT в BNB. Сейчас посмотрим, есть. Вот, USDT есть, конвертирую в BNB. Все, предварительный просмотр. Вот, допустим, я конвертировал. Дальше что я делаю? Захожу обратно в MetaMask. Нажимаю на эту BNB. И просто нажимаю «Получить». Копирую адрес. Запоминаем то, что перевод в BNB всегда сеть BIP20 выбираем. К примеру, я уже перевел, все сделал. Дальше что нам надо? Дальше заходим в браузер. Сразу же в MetaMask в правом нижнем углу. Вот я, видите, с кошелька переключил на браузер. Здесь ищем Pancake Finance. Сейчас заново включаем новую вкладочку. Можно три точечки внизу нажимаем, и там высвечивается новая вкладка, и мы нажимаем сюда. Так, тут ищем Pancake. Возможно, о, вот. Нажимаем дальше на Pancake. Коннектим кошелек. Вот видите, где кошелечек у меня? Disconnect, у вас будет вот так написано Connect справа в углу, вот где я рядом свайпаю. Нажимаем Connect. Connect MetaMask. Потом в левом нижнем углу, видите, вкладочки Trade, Earn, Win, NFT, нажимаем Trade. Дальше нажимаем на BNB вот эту со стрелочкой. И вставляем сюда также адрес контракта монеты. Pest. И добавляем токен этот. А, я не то скопировал. Сейчас, заново. Телеграмму.
Копируем этот адрес монеты. И вставляем. Все, токен Snaps. Его нам надо добавить. Там будет у вас высветиться, так как вы первоначально. Везде нажимаете ОК, ОК, ОК. Для лучшей обработки мы вставляем проскальзывание. Так, нажимаем настройки, шестеренку, и ставим проскальзывание, к примеру, 5. Вот где я в ручном режиме ввел 5. Все. Дальше кресточку. После этого я перейду на свой старый кошелек, так как вы делаете это на вот этом кошельке, который создали, а я перейду на том, которым уже готовы и с которым мне удобно работать, потому что у меня там и на газ есть, и я там работаю с ним. После этого мы заходим снова сюда, то есть на свой кошелек, нажимая кошелек слева в нижнем углу, нажимаем SNPS токен, нажимаем получить, копировать. Копируем этот адрес, переходим в Snaps. Отсюда нажимаем также на токен Snaps. И просто вставляем. А, нет, стоп, мы же еще очки не починили. Чиним очки, это очень важно. Потому что если сломаются, покупать будете по цене дороже. Ну, почти по той же, только дороже, чем починить. Ну вот, спустя минуту времени мы починили эти очки. Переходим обратно в кошелечек. Нажимаем на токен Snaps. И нажимаем Max. И вставляем адрес, который мы скопировали с MetaMask. То есть мы скопировали адрес токена. Не адрес монеты, а адрес нашего кошелька в MetaMask. Понимаете, да? Мы его добавили к себе в кошелек. Вот он у нас есть. Дальше нам что надо сделать? Нажать на него. И нажать «Получить». Дальше потом скопировать. Копируем этот адрес. И вставляем просто сюда. Дальше подтвердить транзакцию. Подтвердить. И токены сразу же отправляются к нам на кошелек. Но помним очень важный момент. То есть BNB надо пополнить сюда. Для чего? Для того, чтобы была комиссия сети и можно было оплатить транзакцию. Как пополнить, я вам показывал. Теперь переходим в MetaMask дальше. Обновляем. Все, наши токены упали на кошелек. Видите, 3600. Заходим просто в браузер, в наш панкейк, который у нас уже все готово. Нажимаем Max, выбираем валюту, какую вам удобно. Я выбираю всегда BNB. Нажимаю Max. Надо сделать скрин. И просто свапаю. Также на MetaMask тоже должно быть BNB на газ. Сами понимаете, любая транзакция требует комиссию. По $1 заполнить это несложно. И напоминаю про то, что можно получить очки за $80 совершенно бесплатно и работать с ними, получая доход от $3 до $4 в день. Это на пассиве. Так, все. Мы конвертировали все в BNB. Обновляем, видите, все в BNB у нас. Теперь я просто эти BNB-шки перевожу себе на кошелек. Захожу домой. Домой, портфель. Нажимаю ввод. BNB.
BIP-20. Скопировать. Скопированный адрес я нажимаю сначала на BNB-шку, потом отправить и вставляю вот сюда. Далее 0.13. Далее отправить. И все. Ожидаю подтверждения транзакции. А пока я вам напомню, как получить очки за $80. Всего мы проходим регистрацию по моей ссылочке. Вот она, синим шрифтом указано, просто кликайте, и вас перекидывает на скачивание. Только напомню то, что это для айфонов, для андроидов мы в Play Market сами в поиске вбиваем Snaps, дальше вводим в моих рефералах мой реферальный код, и мы сразу получаем как и скидку, так очки фри, плюс возможность получить очки за $80. Смотрим обзор, там подробная инструкция о том, как получить. Но хотя в краткой форме я скажу, надо просто заполнить форму, выполнить все задания до 100% энергии. И все, и ждать свои очки. Если не получите очки сразу же на следующий день, общий чат комьюнити, там можно задать этот вопрос, почему не получили. И вам менеджеры моментально ответят. Поддержка там 24/7, около 15-20 менеджеров, я уже устал их считать. Поэтому подготовка классная, кто еще не с нами, подписывайтесь. Мой вклад был $480, уже выведено 616, и как вы видите, мой доход $34 в день. Сейчас я посмотрю, транзакция на Binance прошла или нет. Еще не отправилась. О, пришли. Все, как мы видим, вот они поступили. Подписывайтесь на наш канал, здесь будут новые приложухи, где можно заработать как с вложениями, так и без. Всем до встречи и поставьте лайк по традиции.